в разобранном состоянии мы его распаковали и теперь начинаем сборку первым делом мы откручиваем трещотку или кассету и откручиваем диск и проверяем протяжку оси то есть насколько конусные гайки хорошо притянуты к шарикам к подшипникам нужно либо ослабить либо наоборот затянуть чтобы не было люфта то же самое на переднем колесе снимаем диск и проверяем протяжку, снимаем пыльники, все это протягиваем, накачиваем колеса. После этого нам нужно надеть руль, проверить, как рулевая у нас протянута, что нет люфта. И настроить руль и вынос таким образом, чтобы было удобно клиенту. Все винтики затянуть, проверить. Поставить переднее колесо и настроить дисковый тормоз. Передний, как вы видите. Здесь винтиков нету. Видимо, они либо в пакете, либо вообще отсутствуют. Затем, прям так по порядку, идем. Закручиваем вот эти винтики, проверяем, что они не болтаются. Закручиваем вот эти винтики, проверяем, что они не болтаются. Проверяем, как у нас затянута каретка. Да, хорошо ли она затянута или нет. Проверяем протяжку шатунов. Снимаем вот эту штучку, проверяем протяжку шатунов. Надеваем педали. Надеваем заднее колесо. Настраиваем задний тормоз. Настраиваем переключатель скоростей задний и передний. Вот здесь вот видите, как идет линия рубашка. Ее нужно отрезать, укоротить, чтобы она шла напрямик, чтобы не было лишнего сопротивления для хода тросика. Вот здесь вот видите тоже что-то лишнее есть. Это можно будет все укоротить, подобрать под нужный размер. По времени это займет примерно 2-3 часа, чтобы полностью все перебрать и все настроить. В этом заключается сборка велосипеда или нулевое техобслуживание. О мере сборки буду рассказывать о преимуществах и недостатках велика. Рама алюминиевая, в принципе, легкая. Шатуны алюминиевые тоже легкие. Вилка, ну, такая средняя по качеству, легкая, нормальная. Руль стальной, руль очень тяжелый. Подсидел стальной и замок не интегрированный, это минус. Каретка на промах, все работает отлично. Колесики на шариках, я их протянул, Задний ротор чуть-чуть кривой. Передний тормозной ротор был сильно кривой. Где-то на полчаса я настраивал передний тормоз, чтобы сделать нормально. Резина самая дешевая. Быстро будет стираться. И она немножечко такая вот кривая. В принципе, это не страшно. Она притрется и будет нормально. Тормоза хорошие. Тормоза надежные. Очень мощная пружина возвратная. И колодки тормозные прямоугольные. Это плюс настраивается. В принципе, задний тормоз вообще идеально, достаточно быстро. С передним пришлось поводиться из-за того, что переднее колесо хранится в коробке отдельно. И поэтому ротор мнется больше. Приходится долго-долго его выставлять. А -а -а, тормозные рубашки передние и задние меня по длине вполне устраивают. То есть здесь подрезать я ничего не буду. Наконечники стоят хорошие толстые алюминиевые. Единственное, что задний я снял. Сейчас надену новый тросик толстый, тросик нет, не шлифованный, но качественный. То есть тормоза, все хорошо. Есть претензии только к роторам, потому что они достаточно мягкие. Но, в принципе, не сильно они гнутся, если нормально настроить. То есть к тормозам претензий нет. Пока по вот этой стороне велосипеда есть претензии к тому, что руль тяжелый и подсидел тяжелый и не с замком. То есть настраивать положение сидения удобно, и он может потом со временем разболтаться. И педальки, конечно, совсем ни о чем. Пластиковые самые дешевые, стоят такие, наверное, рублей 200-300. Но, в принципе, на годик покататься легкому человеку будет вполне себе нормально. Дальше бумагу я пока не снимал, потому что цепь еще болтается. А в таком вот виде приходят рамы. Грязька, там вот грязька. То есть это влажная салфеточка, надо будет сейчас мне тоже протереть. Сейчас займусь переключателями, расскажу про них. Передний переключатель очень слабенький. Вот это вот тросик, когда он его тянет, вместо того, чтобы поднимать и опускать, он его как бы вот в этой плоскости начинает сгибать. То есть вот эта ось слишком слабая, он его вот так пытается сломать. Достаточно быстро разболтается, на один-два сезона, наверное, хватит. Если не часто переключаться, вот это место крепления очень неудачное. То есть я открутил и уже тросик был распушенный. Менять я его, конечно, не буду сейчас. Закрутил обратно, Регулирую длину. Лишний сантиметр тросика вытащил. Он работает. То есть все работает нормально, но рамка слабовата. Задний переключатель имеет две пластиковые детали, в которых оси достаточно быстро износятся. Но, в принципе, тоже его. На год-на-два хватит. С завода, люфт у него очень сильный, огромный люфт. И это, конечно, сказывается на качестве переключения. Все рубашки я завел вот таким вот образом, чтобы при повороте руля они как можно меньше терли Абраму. Но все равно, конечно, остаются те места, где Абраму это трется. Таким образом, ход тросика очень плавный получается, если вот так вот заводить рубашки. Что еще? Вот эту часть я немножко подрезал. Она была вот такой вот петлей. Я люблю проводить рубашку вот так, чтобы тросику здесь было удобно. Меньше было сил трения. Сзади тросик желтенький, красивенький. Мне кажется, что он коротковат. Было бы лучше, если петелька была вот такая более плавная. И вот в этом месте, видите, он бы заходил бы как-то вот, вот таким вот образом. То есть не хватает пары сантиметров длины. Сзади стоит трещотка на 7. Трещотка какая-то китайская, но no И защита совсем из, из пластика. Защита, наверное, на солнце достаточно быстро рассохнется и лопнет. А звездочка нормальная. Свои 2-3 сезона она вполне себе отработает. Петух стандартный алюминиевый, ничего особенного. В любом магазине такой есть. В целом велик нормальный. Можно вот поставить алюминиевый руль, поставить нормальный подсидел. Через пару лет поменять покрышки. Ну, не знаю, зачем впереди вообще три звезды. Я на своем велосипеде, который у меня стоит для проката, я, конечно, сразу тройник сниму, поставлю одну звезду спереди, сниму этот переключатель ненужный. То есть, если бы они выпускали модель с одной звездой спереди, это было бы более универсальная модель для всех, и цена была бы ниже еще бы на 2000 за счет переключателя, ручки и тройника. И было бы удобно, комфортно, и ничего бы никуда не спадало. Но это горник, поэтому такой вот велосипед получился. В принципе, он своих денег стоит. На данный момент он стоит 17 тысяч в Спортмастере. И бонусами можно скинуть до 11 900, если у вас есть только бонусов. Я за 11 900 его купил. Сейчас соберу.